Укоренение черенков – одна из важнейших операций размножения растений, как комнатных, так и на земельном участке. Каждый садовод и цветовод непременно должен знать, как правильно производить процесс укоренения, важную роль в котором играет грамотный подбор корнеобразователя. Сегодня мы расскажем вам о наиболее проверенном и качественном из них – янтарной кислоте. Все дело в том, что данное средство представляет собой органическое соединение и при правильном применении активно участвует в клеточном дыхании организмов, а также способствует выработке аденозин-трифосфорной кислоты, универсального источника энергии для всех биохимических процессов. Благодаря этим свойствам янтарная кислота стимулирует рост растений, тем самым увеличивая их урожайность и ускоряя развитие корневой системы. Приобрести ее вы можете в виде порошка, таблеток или в качестве жидкого концентрата. Итак, как же изготовить эффективный раствор для укоренения черенков с помощью данного средства? В случае применения таблеток просто растворите одну из них в 1 литре воды. Если препарат в виде порошка, то на 1 литр воды внесите половину чайной ложки корнеобразователя. Жидкий концентрат янтарной кислоты используется в соотношении 10 капель на 1 литр воды. После приготовления раствора погружаем в него выбранные черенки и оставляем их на одни сутки, после чего высаживаем растения в почву или замачиваем в воде для дальнейшего образования корней. Данное корнеобразующее средство будет отличным помощником любого цветовода в вопросе укоренения черенков.